Автолюбители часто при езде на своих автомобилях приходят в ужас от звуков, которые издают резиновые изделия салона. Скрипы уплотнителей дверей – довольно частая и распространенная проблема. Все это связано с тем, что верхний слой уплотнителя теряет свою эластичность и со временем эксплуатации становится грубым. И в результате движения кузов автомобиля играет на неровных поверхностях, тем самым издавая неприятный звук. Создавая скрипы об наши задубеневшие уплотнители. Многие спешат решить данную проблему различными силиконовыми маслами, которые, естественно, помогают ненадолго. Сегодня я покажу вам всем, как избавиться от данной проблемы за несколько минут. Ну и для этого всего мы будем с вами использовать такую небольшую тряпочку и ВД-40, всем известный ВД-40. Я что беру? Я наношу ВД-40 на нашу тряпочку и беру, протираю резиновые изделия, дверные уплотнители. Что этим я сделаю? Я верну резинке верхний слой, уберу ее грубость. Также на резинке со временем эксплуатации накапливается грязь. Если вы возьмете тряпочку немножко посветлее, вам все это дело будет видно. Это лучший способ побороть скрипы уплотнителей дверей. Просто нужно хорошенечко обработать, не спеша. Вот даже сейчас можно увидеть, где я немножко выше, уплотнитель не такой уже жесткий. И верхний слой становится более-менее эластичным и не таким грубым. Самое главное, что ВД-40 не несет никакого вреда для резиновых изделий автомобиля. Поэтому очень круто помогает убрать всю грязь, накопившуюся со временем эксплуатации. И помогает восстановить верхний слой резинки. После чего дверные уплотнители не будут создавать скрипы и неприятные звуки о кузов нашего автомобиля. Друзья, если вам понравился данный видеоролик, обязательно жмите лайк, подписывайтесь на канал, также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видеоролики. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Всем пока, друзья, всего хорошего!